100 лет назад, после войны, наши основатели создали систему, способную наконец восстановить мир. Они разделили общество на 5 фракций. Мы сохраним мир, только если каждый из вас займет свое место. Все проходят тест, чтобы определить, кто они и каков их путь. Попрощайтесь с семьями. Нервничаешь? Нет. Я в ужасе. Готова? Твои результаты отличаются от всех. Это невозможно. Возможно, но бывает очень редко. Ты способна контролировать и побеждать свои страхи. Таких называют дивергентами. Ты не вписываешься ни в одну категорию. Тебя невозможно контролировать. Не верь никому. Тебе придется спрятаться в одной из фракций. Добро пожаловать. Новобранцы, мы узнаем, кто вы на самом деле. Ты ошиблась, выбрав бесстрашных. Они тебя раскроют. Я знаю, кто ты. Ты боишься высоты? Все чего-то боятся. Но не ты. Страх не сковывает тебя, а раскрепощает. Это делает тебя опасной. Дивергенты угрожают системе. Мы в опасности, пока они существуют. Она убьет меня. Мы должны быть готовы ко всему. Мир изменился. Надо решить, на чьей ты стороне. Всю свою жизнь я жила по вашим правилам. С меня хватит.